Ха, ребята, всем приветули. В общем, сегодня такие мотобудни у меня. Вот, ребята, мотик. Здесь, конечно, свои, как говорится, короче, немного кастома. Вот, ребята, покрасил пластик, крыло. Крыло у меня вообще отличное. Покрасил, конечно, так, блин, но пористое, видите, пористое. Покрытие получилось. Ну, глянец, конечно, есть, но вот чуть-чуть такие неровности. Блин, у меня закончился разбавитель, и краска довольно-таки густая, тем более еще сегодня жара, она сохнет моментально. Блин, ребятки, конечно, не как здесь. Здесь, конечно, по-другому. Ну, блин, ну, как-то вот так вот есть, как есть. Ну, это все фигня, ребята. Все равно пластик буду брать новый. Хвалят фирма. Производитель, я не знаю, или фирма ZXMT. Ребята, отпишитесь, если кто знает, что за пластик. Вроде бы как хороший и недорогой. Почти двадцатка, по-моему, стоит, да? Вот. Так, короче, занимался еще сегодня баком. Так, маленечко расскажу предысторию. Бак почистил, но вот эти вот наклеенные, вот эти вот от поролона, или что здесь было, по-моему, поролончик я все отодрал. Да, тут поролончик был. Но вот эти вот оставил. Знаете, я для чего оставил? Потому что я буду наклеивать сюда новый на заводские места. Вот. Покрасил, короче, три слоя краски и три лака. Короче, сейчас у меня вообще бак защищенный от коррозии вообще прям на ура. Особенно вот здесь вот я прям заливал прям конкретно краски. Особенно вот в эти проемы прям, в общем, везде. Ну, здесь, естественно, я все заклеил скотчем по контуру. И здесь у меня все нормально. С бензонасосом. Трубочки, ребят. Трубочки я почистил тросиком от газа. Тросик от газа. В общем, мусора было прилично. Вот особенно с этой. С этой прям чуть-чуть. Это, как я понял, эта трубочка, когда вы переливаете бензин, отсюда вытекает излишки. Или же, когда в баке давление, ну, высокое, например, на солнце нагревается, отсюда выходят пары. И пары, наверное, и излишек бензина отсюда выливается. А вот эта трубочка, вторая, большая, в ней было очень много грязи. Это, ребята, трубочка вот идет вот сюда, вот отсюда, вот вернее. Я тоже почистил прям конкретно трубочку прям тросиком. Потом все, короче, бензином пролил ее конкретно, еще очистителем карбюратор, короче, сюда задувал. Потом смазки сюда дунул. Хорошие вот это вот смазки. Когда она высыхает, она прям вообще, ее прям пальцем даже не, ну, как бы не снимешь так покрытие. Очень трудно. Потом что еще? При покраске задул сюда. Краски тоже нормально. И дальше здесь все очистил. Вот здесь вот. Здесь как бы, ну, водичка может быть после мойки или во время дождика скапливаться. Но потом она вытекает вот через вот это вот отверстие. В общем, здесь тоже позанимался. Потом что? Болты вот эти вот были ржавые, вот длинные. Я их почистил. И, естественно, я их отполировал все. Сейчас у меня все отполированы. Так что, ребят, вот у кого, блин, мотик такой уже, как бы, ну, вы очень часто ездите в любую погоду, в дождь, вот не поленитесь, выкрутите вот болтики вот хотя бы по одному. Выкрутите, смажьте и закрутите. А то если они вот заржавеют вот здесь вот, если они заржавеют, потом оборвете резьбу, будет очень много проблем. Я и так их выкручивал вообще прям осторожно. Дальше что? Полирую, короче, окантовочку заливной горловины. Вот, ребят, ну, саму, короче, не стал полировать вот эту вот среднюю часть, чтобы не давало бликов на солнце. Так, здесь все промыл. В общем, все нормалечек, ребята. И что могу еще сказать? По бензонасосу посмотрим. В общем, есть такие еще мысли, что чтобы поставить выносной фильтр тонкой очистки, ребят. И где-то разместить его где-нибудь вот здесь вот. Выносной фильтр тонкой очистки. Многие ставят на мотоциклы, на инжектор. Я вот думаю, как его поставить. Либо разрезать
шланг вот этот от бензонасоса толстый, и вот сюда его поставить, также на хомутах все держит, у меня на машине тоже стоит фильтр, там специальный такой штуцер заводской, одевается шланчик и хомутом затягивается, обычно вот таким хомутом затягивается под отвертку. Вот, в общем, еще в раздумье, не снизит ли он давление, этот фильтр в рампе, ну, на большой скорости, насколько он снизит давление, то поставлю, а мотик может потом не поехать 300. Так, еще, в общем, соединил здесь параллельно дублирующий датчик резерва топлива. Вот он у меня стоит. Соединил. В общем, ребята, как буду заводить, все проверю, посмотрю. Здесь идет, в общем, все ништяк. Ну и все, ребятки, вот такие вот мотобудни у меня. Сейчас буду собирать бензобак, ставить крышечку. И все, в принципе, на сегодня все. Ну, сегодня, ребят, целый день у меня. С 12 дня, сейчас уже 10 вечера. Сегодня, короче, целый день у меня ушел опять с мотиком. И так, ребят, каждый день. Все, всем удачи, всем пока.